Да, Семен, да я тебе сказал, все будет нормально. Ну что ты, ну положили пацанов вчера, ну зато мы бабки сняли, понимаешь? Я наберу команду, да. Да мы никогда не подводим. Наша секция пусть лежит. Вот и Соломон у меня, смотри, пришел. Да, да, наша секция никогда никого не подводила. Ты знаешь, кикбоксинг это кормежка клуба, понимаешь, да. Да наберу я команду, что ты боишься вообще, что он боится вообще. Не бойся. Подожди, Соломон, молодец. Сейчас. Я с Соломоном переговорю, перезвоню, да. Молодец, Соломон, что пришел. Ты знаешь, что у клуба проблемы. Пацанов вчера положили. Валера Баклан, Трепанас Эфирика. Коля Свистунов. Ну, домкрат, ты знаешь. Здоровый у него джип еще. Ну, ты знаешь. Перелом мизинца в четырех местах. Представляешь, как пацана ломает? Соломон, я вашу секцию никогда не обижал, ты знаешь. Я уже давно ее хотел закрыть, но я считаю, что шахматы, понимаешь, нам нужны. Шахматы — это интеллект, понимаешь? Интеллект — это главное вообще. Я надеюсь, ты пойдешь мне навстречу, выручишь секцию. Короче, приехала делегация с Кубы. От города. Ну, чисто потолкаться немножко, знаешь, выйти на ринг. Мне некого выставить, все поломаны. Вот смотри, Витя Долбаненко, кровавое месиво. Просто месиво. Где лицо не определить, понимаешь? Соломон, надо, чтобы ты вышел на ринг чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, это зачет немножко, там камеры пульнут. Там 12 раундов всего, понимаешь? Я не понял. Ты что, робеешь? Соломон, легче, легче. Что у тебя в глазах едва не 4? Я вас кормлю, понимаешь? Надо выйти потолкаться, понимаешь? Чуть-чуть так. Сколько ты весишь? Килограмм 100 весишь? Походишь за счет клуба в мой ресторан, где я питаюсь, наберешь еще 10 килограмм. Семья, дети есть? Есть? Это очень хорошо, что ты одинокий, Соломон. Семен, да, можешь никого не искать, я с Соломоном уже договорился, практически он готов. Ну с кем, с Хорхе Рохесом. Ну что значит не каждый выстоит против Хорхе Рохеса? Вот подвижный парень, спокойно. Подвижный парень, главное не попасть под удар, да. Ну что, ну я закрою секцию, что, доброволец. Соломон, подпиши бумагу. Подпиши бумагу, Соломон. Да, да, да. Ну ты же знаешь, да. Соломон не продаст клуб. А то... Все, я перезвоню. Давай, Соломон, подписывай бумагу. Подписывай бумагу, Соломон. Иначе ты же знаешь вообще. А что ты нервничаешь? Походишь. Мою поликлинику мы тебя поставим на ноги, вылечим. Ты одинокий, полежишь там пока, шахматы. Подумай. Кстати, ты знаешь, кто выиграл в матче? Каспаров или машина? Что ты все время мысли? Ты походи к нам в зал, железо потаскаешь вообще. Давай, подписывай. Что ты не так же, понимаешь? На, глотни воды. Глотни воды. Ставь подпись, давай. Главное не попасть под удар, Соломон. Понимаешь? Семен, есть доброволец, да.